Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Admiral Replay, 4-й сервер, Муниссис Легенда Путбуль. Не забывайте вводить маник при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите МН, потом выбирайте 11-й пункт промокод и пишите вот такой вот промокод КГЕЙМ. Как только вы отыграете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серичка. Я обратно искал СВА, чтобы его протестить. Я объездил все аренды, но, к сожалению, его нету. Поэтому сегодня мы либо поедем в казино, либо сейчас поедем, кстати, получается, в автосалон элитных машин и попробуем там взять его на тест-драйв и попробовать там его протестировать. Поэтому, пацаны, сегодня будет таких два варианта. Возможно, и протестим СВА и пойдем в казино. Поэтому, пацаны, с вас ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Погнали! Я вот реально съездил по всем арендам, то есть в Арзамасе был, в Батырево был и в Южном я был. Там нету СВА и нету интересных машин, которые я бы хотел протестировать. Ну что ж, вот я доехал уже до автосалона и надеюсь, что здесь он есть, потому что, возможно, его недавно добавили, либо его убрали уже. Кстати, блин, шахал вообще классно выглядит. Можно будет, кстати, продать, получается, снегоход и купить, может быть, боевую классику, шаху. Ладно, все, заходим в автосалон и давайте посмотрим, есть ли здесь вообще СВА. Потому что мне он очень нужен, я хочу реально его протестировать. Тут написано оранжевый СВА, но почему-то это Porsche. Че, блин? Че за бред? Я не понимаю. Ладно, давайте я полистаю, поищу эту машину. Видите, написано Range Rover SVR. А, SVR, а не SVA. А где тогда SVA продается? Я вот этого тогда не понимаю на самом-то деле. Ладно, тогда берем, короче, Ferrari, я так понимаю. Ну что ж, вот это Lamborghini. Ой, Lamborghini, пацаны. Ferrari F12 FF, то есть она очень классная. Давайте ее возьмем, тест-драйв. Я ее красненькой сразу взял, потому что Ferrari должна быть красной, пацаны. Так, я пристегну ремень, давайте на всякий случай. Включаем фары. Вот эта машина мне очень нравится. Ебать, она резкая. Просто. Реально, она с места просто ебашит, я вам отвечаю. Просто смотрите с места, как она ебенит. Нихера себе. Она, понимаете, шлифует аж 4 колеса. Она полноприводная получается или нет? Да, она полноприводная. Вот это по кайфу, пацаны, вообще просто. Реально булочка, просто булочка. И максималочка у нее хорошая. Так, 276. 276 километров, пацаны. Это довольно-таки неплохо. Реально, эта тачка мне очень нравится внешне. Серьезно, у меня она была и на другом проекте, не буду говорить на каком. Вот этот кузов мне очень нравится, да и сама машина, эти диски, реально тачка просто шикарная. Блин, 276 километров в час, пацаны, это на самом деле очень круто, прям, я думаю, за него стоит поставить лайк, потому что тачка реально годная. Смотрите, просто она полноприводная, она гребет просто как сатана, реально. С места, видите, аж шлифует просто 4 колеса, это чё за демон просто, реально, это чё за демон, пацаны, увидите, как она просто ебенит, это просто не передать словами, серьезно, она реально классно едет. Так, давайте посмотрим вид от первого лица. Ну, блин, салончик такой шикарненький, пацаны, да? Вообще по кайфу. Так, давайте попробуем от первого лица поехать. Ну, на ней страшно ехать, потому что ускорение у нее бешеное просто. Почти как у Ля Феррари. Даже, наверное, лучше, чем у Ля Феррари. Потому что у меня есть Ля Феррари, это самая быстрая тачка на Радмире. И она, по-моему, едет 300 с чем-то, короче. Но здесь ускорение намного быстрее, чем на Ля Феррари даже. Блин, реально тачка годная. Салончик тоже классный. Ну, реально она сочная просто. Эти диски очень классные. Ей очень идут, это жопа. Просто, блин, реально тачка годная. Но тачка реально очень годная, быстрая, пацаны. Если у вас есть деньги, то покупайте ее. Я, кстати, не посмотрел, сколько она стоит. Но, в принципе, сейчас мы с ней выйдем и мы вернемся обратно в автосалон и посмотрим, сколько же она стоит. Но реально тачка очень годная, прям просто булочка, персик. По-другому я не могу серьезно сказать. Управляется очень хорошо, прям за счет полного привода управляется и ускоряется очень хорошо. Лучшей тачки я, наверное, еще не видел. Так, тест закончился и стоит она, получается, 11 миллионов, пацаны. 11 миллионов. Ну, я думаю, бэушную можно купить там, ну, за 8, мне кажется, за 7 миллионов. Возможно. Я почему-то их на сервере не видел, но тачка реально очень классная, пацаны. Всем советую ее купить, потому что я реально в нее влюбился. Может, я тоже ее когда-то куплю, либо обменяюсь для Феррари на вот эту Феррари. Скорее всего, давайте, пацаны, в этой серии не пойдем в казино, потому что, ну, не хочу я в этой серии идти в казино. Скорее всего, пойдем в следующей серии. Если вам нравится тест-драйв, пацаны, ставьте лайки и пишите, какую тачку еще можно протестить. Все, всем спасибо. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.